Дорогие друзья, сегодня приехали в Нижний Новгород, сады на выезде, Сокол. Делали работу в этих садах, вода здесь железная, вода здесь близко, скважина в районе 6 метров, зеркало метр. Скважина должна быть, получиться быстрая. Вот здесь такая речушка у нас на заднем плане протекает, люди говорят, она пересыхает летом. Вот такой у нас сейчас участок, сейчас подойдем, я вам покажу. Стоит вагончик на улице, и рядом с вагончиком решили сделать скважину. И сегодня у нас будет установка насоса Aquario HGC-60. Данный насос, ну, на сегодняшний день стоит 10 800, хороший насос. Можно, конечно, Китай поставить подешевле, но клиент попросил, так скажем, качественный насос поставить. Покажем, пробурим, покажем. Сегодня мы работаем с желонкой, установим насос, смотрите далее. Так, ребята, разгружаем машину. Взяли с собой на всякий случай два фильтра. Бывает все, запас. Вот, делаем рядом с вагончиком. Глина есть, Артур? Да, вот она есть. Вот метр должен быть глины. Метр глины, а там серенький песочек должен пойти. Нужна абиссинская скважина, обращайтесь, сделаем. Да, глинка идет такая плотненькая. Погода у нас сегодня такая облачная. С утра вроде солнечно было, сейчас намечается дождь. Мы постараемся сделать до дождя. Так, дошли мы до водички. 2 метра было глины. Сейчас идет песочек. Сейчас покажем, какой песок идет. Оп, прихлёбывает, как поршень. Так, песочек, песочек, пыль. Мелкий-мелкий. Запах пока нет. Но дальше, я думаю, будет попахивать. Вот столько глины было. Так, а здесь у нас воду видно. 2 метра до воды. Зеркало воды 2 метра будет. Везде по-разному. На соседней улице метр, здесь 2 метра до воды. Все, сейчас начнем обсадные закидывать и желонить.
зеркало 2 метра. Вот такой дебет. Водичка идет грязная пока. Но дебет здесь бомбический. Всегда бы такой дебет был, но вода в этом месте с железом. Но людям нужна эта вода на поле. Сейчас я посмотрю, можно забор. Здесь, я думаю, качает куба 3, наверное. Так, насос у нас вот такой на установке аквария. 60-й модель, GC60C. 10800 он сейчас стоит. Неплохие, хорошие насосы. Так, ребята, в общем, собрали все здесь. Сейчас покажу, какой у нас дебет. Выливай ведро, сейчас померим. Дебет у нас 4 куба в час. Супер дебет. Сейчас, секунду. 12-литровое ведро. Так, раз, два, три, поехали. Топ. 3600, ну почти 4 куба. 3600 литров в час. Вода плохая, вода с железом и небольшим запашком сероводорода. Начинаем установку насоса на скважину. Дорогие друзья, скважина у нас готова. Скважина у нас получилась 6,80, зеркало воды 2 метра. Установили насос Aquario 60-й модель. Дебет, с этим насосом дебет данной скважины не мерили, но чуть меньше, естественно, потому что наш насос в 2 раза мощнее. Вот так качает. Сейчас покажем. Достань из бочки. Водичка чисто прозрачная, но вода с большим содержанием железа и запахом небольшим сероводородом. Ну, вода для технических нужд, для полива на огороде. Все, ребята, всем счастливо. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на нас, на наш канал Яндекс.Зен, ссылка будет в описании. Кому нужна скважина, звоните, приедем, сделаем. Все контакты указаны в описании. Все, всем пока.